Дамир и Таня большие профессионалы своего дела. И мне кажется, ребята нашли отличный контакт между собой. У них очень хорошо получилось взаимодействовать. Это было в чистом виде творчество. То есть это не работа даже. Дамир для меня очень близкий человек оказался, и просто с первого взгляда в Сочи мы с ним поняли друг друга. Это одно из больших удовольствий — работать с человеком, который хочет изменить что-то. He's not a lover, he's just a friend. I'm sick and tired for you to blame on me. Now you think it's... The recording today was one of the most exciting I've ever done in my life, which you can tell by my voice. And I always love it when I lose my voice, because it means that I gave 100%. But you know, the arrangement that Genna made and the vocals that Tanya layered, that was so amazing. So it really inspired me to give it even more. I really love the end result. To put them, you know, in a drawer or something, because I hear a lot of the influences, but you know, her style of singing is really unique. Whatever they're doing, she puts like her stamp on it, and I really love it. And I love the fact that they're willing to go to different places all the time. And I think that's one of the things that the biggest artists do. They're not really in one box. Наше творчество, оно состоит из постоянной импровизации. И новый человек в нашем коллективе, который с нами делает музыку, это очень классно, потому что мы фаундейшн, мы собираем под своим крылом множество талантливых и интересных людей. И это очень важно. А мы на этом делаем акцент, и, наверное, это наша миссия в какой-то степени. I wish I
So I would like to work with Guru Groove Foundation again because I love them. I love the work. I love what they're doing. I really do believe in their way of thinking about music. And of course, I have things happening for me in here already. And I can't wait to come again here and do me. And I hope you're going to like it. Я очень верю в судьбу. И каждая встреча в моей жизни для меня очень значима. Дамир оказался лучшим, что произошло со мной этим летом. Я безумно и благодарна за его творческую любовь, за его отзыв. Такого я еще никогда в своей жизни не делала. Я просто никогда никому не предлагала со мной попеть. Вот так взять и спеть. А его я увидела, я в него влюбилась, и я поняла, что с этим человеком я хочу петь, и я хочу с ним работать. У меня есть пару интересных идей. Я надеюсь, что это сумасшествие будет продолжаться еще многие-многие-многие лета моей жизни.